Современная медицина работает с больными людьми. Ее совершенно не интересуют здоровые люди. Ведь никто из здоровых людей никогда к врачу не ходил. А мы с вами будем говорить о здоровом человеке, как это здоровье сохранить. Все дело в том, что мы привыкли, и средства массовой информации нас приучают, что единственное средство, которое позволяет поддержать здоровье, это лекарство. Пища и здоровый образ жизни определяют по существу здоровье, а не лекарство. Мы должны с вами заботиться о здоровье, будучи еще здоровыми людьми. К великому сожалению, в настоящее время подавляющая часть населения, что говорит население, когда значительная часть врачей не знает, не располагает той информацией, о которой мы хотим сегодня говорить. Ориентироваться в настоящее время на те предложения, диеты, которые существуют в интернете, на экране телевизора. Вы сами прекрасно понимаете, что часто за этим стоят коммерческие интересы. И именно коммерческие интересы часто диктуют нам некоторые условия, которые решают проблему одну, финансовую. Вот почему надежная информация о том, каковы должны быть компоненты питания, является сейчас особенно актуальной. Актуальность возросла в связи с тем, что появились новые риски. Изменился характер питания в худшую сторону. Современное питание стало абсолютно неадекватным потребностям организма. Чтобы быть здоровым, нужно хотеть этого. А чтобы хотеть этого, нужно располагать информацией, причем серьезной информацией, а не только из средств массовой информации. Вот я призываю вас к этому. Обучиться, проникнуть в это все.